Всем привет, друзья! С вами AppleNime, и сегодня мы снова в Santa Claus Rampage. Мы продолжаем заниматься уборочкой. Так. Вот зачем ты опять нажал на кнопку? Вот на тебе, леща сейчас так. Какую кнопку? Ты ничего не делал? Давай, подарок надо подальше запихнуть. Он сгорит? Да-да. Может его просто бахнуть? Да не надо ничего бахать, давай прибегаем. Вот какой-то человек оси, да? Чистолюб. Надо, блин, бахнуть на вообще весь дом, просто было взорвать и все. Да давай уже приберемся и бахнем. Окей, малыш. Так, и что там? А, мы продолжаем играть там все дела в эту Санту, Рампегу, свечку, помянем, еще помянем. Глаз. Твой, второй. Так-то ты умер без записи. Так-то я. Когда. А, ну да, было дело. Это было нечаянно. Я стоял, я умер. Вы представляете, ребята, вообще это нормально, нет? Я стою. Готовлюсь сказать всем привет. С вами Властелин Вселенной Лайм. И я просто умираю. Вот так вот бывает иногда. Опа, опа. О, блин. Да, в общем-то, я несу ведро важности большой. О! Червяк! Ты не будешь червя? Смотри. Волшебный аппарат дал мне червя. Будешь есть? Ты еще спрашиваешь? Не, я на тебя обиделся. Ладно. Я больше так не буду. Честно. Вот так. Ну тут пока в этой комнате все тоже мыть, убирать. В других комнатах там, конечно, все в разы поинтереснее. Но как-то охота уже просто здесь все быстренько избавиться от этой ерунды. Да, кстати, тут к нам еще динамит выехал один раз. Поэтому тут так это. Все в сажах такой. Я нажал кнопку, а выехал динамит. Представляете? Нормально вообще, нет? Мы тут помыть хотим, а тут как бомбанет. Опа. Чик-чик. Так, все туда. Все подарки. Все, Нового года не будет. Блин, да куда я стою, что в саже все? А, вот здесь. О, я нашел. Вот так вот. Вот так вот. Осторожно, не просыпать бы опять. Ты опять что ли этот? Стадо мертвяков несешь? Чего он бежит, смотрите, пацаны. Заворачивает. Ой, они были нам хорошими друзьями. Они были великими людьми. Или кто это? Это не люди, нет? Это эльфики! Да, это были великие эльфы. И сколько гоблинов они еще могли унести за собой в могилу. Так возложим же подарки к их могиле. Что за фигня мне тут ходит? Голова. Что ты сделал опять, а? А голову кто убирать будет? Я что ли за тебя? Вот вечно за тобой все прибирать надо. Все опять просып. Я тебе сколько раз говорил, убирай ведра. Сколько? Это знаешь, надо показать, короче, эти. Не топчись! Техническим работникам надо показать. Не кажется ли ты горишь? Ой, мне надо воду. Где вода есть? О. Да хватит ходить-то уже! Пацаны, а че он такой нервный? Так ты ноги себе помой уже! А как их помыть-то, я не знаю. Ведра вот опять оставил. Не топчу, нет? Отойди. Да блин, ну... Чё? Чё я сделал? Так, в общем-то мы здесь прибрали уже все, да? Иди там, забери еще кусочек. Где? На лесенке лежит там кусок чей-то. Ладно, сам. Чей-то? Я вообще... Ой. Я вообще свечку... Сюда иди! Деньги есть, телефон позвонить. Ладно, все. Швабу давай. Пацаны, только не по лицу. Только не по лицу. Блин, опять по нас. Ненавижу тебя вообще. Руки мыл? Руки мыл? Ну показывай. На, позавтракай, все, я мыл. Сейчас. Так. О!
О, смотри! Смотри. Я, короче, на палеве стою. Ну так уйди! Чё она? Вроде никто не идет. Вроде давай пойдем-ка в эту комнату, где есть кое-что плюшки, много плюшек. Тут есть динамит, он лежит на столе, но мы его пока не трогаем. Все, швабру надо быть. Так. Так, так. Так, все, раз, раз. Хоп, хоп. Так, мужик, извини. Пойдем. Блин, походу не вот. Так, да, вот тут мы уже все вымыли, можно сказать. Все. А нет, смотри, на столе, на столе. На столе. Рюмка водки на столе. Чё, я брошу, нет? Ну, бросай. Стой. Ну-ка, отойди. Так, берем шашечку. Иди отсюда. Иди отсюда, говорю. Ведро убери с дороги, а то я могу не успеть. Ведро с дороги убери. Да не это. Я тебе про то ведро говорил. Подожди, Бал? Подожди. Ничего нет. Чё ты? Надо вынести все ценное, то, что нам еще пригодится. Чё там там? А я так-то и хотел бахнуть. Туан, блин! Вынести, говори! Ебил. Знатно бомбануло. Это ты вынес, так называется? Это ты в руках-то... Вот это знатно побольше. Заходим. Ну мой теперь. Мой, кого мыть-то тут мыть уже ничего не осталось. А, тут отсаживайтесь. Так, надо ведро, ведро воды. О. Кошка спит. Так, ну предлагаю, предлагаю здесь чуть-чуть помыть сейчас. Ты же молодец, а мы чем занимались это время? А давай знаешь, что попробуем? Кого? О, смотри, что я нашел. Я хочу проверить на прочность ящик. Ой, я запалил немного. Тихо, уйди, я туда шашку динамитную поношу. Прочный можно брать. Возьмем, давай, хватай. Оп, садись, нет... я тебя... садись, садись, я тебя закрою. Опа. О, косяк, косяк, косяк. Так, стой, надо в этот ящик, короче, нагрузить тогда. Я побежал. Так, его вот здесь поставить? Давай уже туда сходим, хотя бы покажем людям, подписчикам, и они самые. А кто это сделал? А смотрите, где это, где это, кто это? Куда это? Давай, опа, на. Гринпис тащит. Он убил оленей. Нет! Рудольф, Рудольф! Нет! Нет, Рудольф. Я сохраню эту ногу. Я сохраню ее. Блин, да, дайте пройти-то. А у Рудольфа было две головы, что ли? У него было два носа. Ага. А почему у него тогда рогов двое? Не знаю. Ладно. Ну есть часть вероятность, то, что он был там не один. Нет, ну часть это от оленей только одна. А остальные он съел. Двое. Съел? Может это Рудольф все сделал? Слышь, ну-ка, ты где? Кусочек. Бросай оружие, не двигаться. Все. О, нео! Так ты скотина, ноги помой! Ты чё она? Перед тем, как бегать. Давай! Я сейчас шваброй... О, стучат есть? Да ладно. Чат? Или нет, чё это? На тебе. Где? Шляпа.
Я соорудил лампочку, я сделал лампочку. У меня шляпа не берет. Блин, я думал, это игрушка, поэтому и не убирал. Это, оказывается, часть гномика. Игрушка! Ой, боже. Все. О. О. А тут что, все чисто, типа? Типа, вылетело. Так, друзья, я снова тут. Технически неполадки, потому что бьем лайма. Вот что ты опять мусоришь, я не понял. В общем, а тут, да. Короче, кто-то натоптал, слышишь? Нам надоело прибираться, и поэтому я хочу устроить хаос. Молодец, вот наконец-то до человека дошло, что надо делом заняться. А есть что? Все потрохне. Забахнуть нечем. А, ну, можно вот этой фиговиной, кстати. У меня были секретные залежи. Excellent. Финиш хим. Пам-пам-пам. А еще тут, короче, вот такая фиговина есть, пацаны. Дядечка! Она золото. Дяденька, помнишь? Дяденька. А вы передадите мое письмо Деду Морозу? Возьмите. Ой. Нет! Нет! Так. Давай этот сделаем. Кукольный спектакль. Иди и гнома ищи. Там, в печке. Я придумал это, спектакль. Нашел? О, блин. О, блин! О, блин! О. Пользуясь фразой все того же Эйпла, как с этим дебилом записывать? Просто. Как? Это моя фраза. Не используй ее. Как с этим дебилом записывать? О, я думаю, что на этом нужно закончить. На этом? Ну. Сейчас посмотрим, если есть что. Нет, что. В смысле, есть что? Вот. Опять тут намусорил. С вами был нормальный человек, адекватный лайм. С вами был неадекватный Эйпл. Вот это вот чудовище. Да отстань от меня! Мужик с ней свидали. Наклонности. На тебе. На тебе. Нет, нет, не бей меня. На тебе. Не бей меня. Не бей меня, я Дед Мороз, что ли, не бей меня. На вот тебе. Я в тексту. Всем. Не пока. Пропустите меня. В смысле не пока, что ты опять собрался делать? У тебя еще есть где-то залежи, что ли? Не знаю, давай подарки откроем. Ладно, откроем подарки и закончим. Я, знаешь, я молоко разбил. Как я люблю открывать подарки, вот так вот. Бам! Ты спокойней. Тебя нормально, да, принесло? Вот так вот. Бам! Где ты? Я тебя просто стой, я тебя сейчас тут закрою. Ты у меня отсюда вылезешь. Живи там. С трупаками, с лошадями. Эй, я с лесенки скатываюсь. Так. Забаррикадируемся, пацаны. Не дадим ему вылезти. Чурка! Вот ты, да, значит, как? Кто как? Будь здоров, да? Буду, на. Ну-ка, освежись-ка. Освежись? На, вот, освежись. Ну-ка, не трогай меня. Водовая сила! Ты чё, за ВДВ не хочешь?
За ВДВ будешь? Давай. Подожди, у меня гранула слабая. Стой. Как ее разбить об твою ерунду? Прикольно. А тубареточка как? Ты где? Я в тебя шарик сейчас разобью. Бам, бам, бам. Так, на. Вот на, вот в эту, вот в этот подарок надо было заворачивать динамит и дарить. О, смотри, я тебе нашел подарок. Иди сюда. Быстрей. Неадекватный кусок, блин. Дебил. Я свой череп вижу. И говорю, что это почка? Нет, нога, рука. Ой, ножик детям не игрушка. И побежал, такой умный. Ладно, на этом точно надо уже заканчивать. Хаос мы успеем устроить тут всегда. Всем желающим поиграть с нами в этот бред и записать этот бред и трэш, мясо, хардкор. И... Добавляться в скайп и надо. Да, скайп добавлять, 51 рубль тратьте. Чтобы добавиться в скайп. Да, так чтобы добавиться в скайп 51 рубль. Да не, давайте серьезно, 51 рубль стоит игра. И вообще. И с вами был... Я себя убью, не подходи ко мне. Не подходи, я убью себя. С вами был вот это ненормальное создание Apple. Всем спасибо за внимание. Не подходи ко мне. Можете не подписываться на канал Apple, он все равно уже умер. Не подходи ко мне. Подписывайтесь на мой канал. Как адекватно человек. Пальцы вверх. С вами был Лайм. Всем спасибо. С вами был Apple, не убивай меня. Всем пока. Смотрите, у него рука, мужик, не убивай меня. Всем пока.